Ну да. Так, так, а вот еще сегодняшний, сегодняшний документ, я его начала писать. Я уж так начала, уж так красиво. Обычно я пишу? Нет, ну обычно, нет, я, понимаете, в общем, знаете, я начала, это надо писать красиво, это я, знаете, как, потому что я сразу не напишу, уже забудет, что там, раскладка, в общем, человек, я начала писать, потом уже все. Ну, как там, думаю, красиво, там надо как-то красиво оформить, потом, видите, когда уже сядешь, уже слова как-то уже тут придумываешь, знаете, вот. Да. Я уже, ну, если что, как-то переписать, но уже начала вот это писать. Ну, да, супер. Так а что, надо было там еще что там сфотографировать? Да. Ну это я к тому, что я начала, ну, в общем, писать я начала. Как там работа еще есть, ну, в общем, ну, как-то, видите, время уже как-то такое. Ну, здесь такая формулировка, я так понимаю, что здесь нужно писать получено от Александра, Татьяны Юрьевны, такая-то сумма. Егоров, Дмитрий, в общем, вот так вот. То есть я так вот. Ну, то есть вот я начала уже так красиво. Так красиво написано, ну, прямо. Думаю, пока не забыть. Надо фотографировать, и просто я где-то, если буду вот так. Вообще, честно говоря, я не совсем это вообще хотела. Брать заказы, я скажу, ребята, вы видели, где я был вообще? Вы видели, какие я работы делаю? Вообще, честно говоря, я вообще внизу, когда мы там разбирались, ну, честно говоря, пока разбираешься, пока пол моешь вообще, ну, не совсем, понимаешь, тут или снимаешь, или уже полы моешь, или как-то я все это, как бы, все это вместе. Вообще, честно говоря, вот там мы это делали тоже какими-то вот такими вот, ну, я там начала уже говорить, честно говоря, хотела вам рекламу сделать, думаю, сейчас делаю рекламу, ну, типа, вот это вытащить, не вытащить, то, там, это, выложу, ну, вы же хотите там где-то сниматься, там, еще что-то, ну, что, товарищ этот, как он там этот, как там, такой постриженный там, Бондарчук, да. Товарищ Бондарчук. Вот. Ну, вообще, обратите внимание, у нас тут таланты, мы вообще хотим снимать. Вы тут посмотрели, туда-сюда пригласили, что ждать? Понимаете, давайте, хотела да. Какое-то, хотела я что-нибудь такое, ну, в общем, как там, отснять и из того, что есть, уже как-то отрезать, ну, в общем, что-нибудь такое забавное. Этих людей нужно привлечь к какой-то оригинальности, понимаете? Конечно, оригинальность, потому что они очень... Ну, в общем, хотела я что-нибудь такое, ну, не совсем, но, видите, просто сейчас у меня просто, или что-то такое снимаю, уже работаю, уже там, все как-то не получилось все это вместе, ну, я не знаю, какие-то другие ролики еще, ну, или просто выложить, в общем, короче, я не знаю, ну, в общем, по такому принципу. Так мы прямо напрямую и отправили. Ну, да, в общем, напрямую. В общем, как-то так. Так, пишем, да? Получено, да? Напишите в скобочках мое новое имя. Татьяна Махнулся и Фудзи. Ребята, я что-то постепенно стала привыкать и очень вписываю, в общем, на самом деле. Ну, в общем, как-то так. Потом, смотрите, потому что если получишь этот документ, уже как-то сразу. В общем, надо как-то постепенно. Не, очень звучит, очень созвучно. Татьяна Махнулся. И коротко, и самое интересное запоминаешь. Запоминаешь? Сайфуди напишите. Сайф, потом Уды и через Сайф Уды.
еще будет. Ну там тут 8, да, через все эти темы. Угу. Сколько закрывается, да? Ну да. Как денежное вознаграждение, размена? Ну да, денежное вознаграждение, что не так просто. Может, эту бумажку сфотографировать, но если хотите, для истории. Ну, то есть это мой экземпляр. Ну, я шучу так. Память своим фильмом. Вот особо не вот это вот. А как писать? Ну, а как писать? Ну, вы пишите, на которую мы с вами договаривались. Вот с фамилией, имя, отчество и... Для потомка, а то не поверю. Все надо фотографировать. В общем, это...